пастыри и учители церкви. Мы, как прямые продолжатели Христова дела на земле, первые должны бы обладать полнотою даров Святого Духа. Мы обязаны благовременно и безвременно проповедовать Евангелие Царствия Божия. И, конечно, должны прежде сами приобресть и обладать даром премудрости Христовой. Ибо нельзя же других учить тому, что сам не знаешь. Но спросим совесть свою. Есть в нас хотя этот дар Святого Духа? Хотя и тяжело, но должны сознаться, что нет. Если бы мы обладали этим даром премудрости Божией, то, согласно обещанию Господа, из чрева нашего истекли бы реки воды живой. Из уст наших постоянно раздавался бы призыв к подвигу христианской веры и любви, призыв к великому делу устроения жизни на началах любви ко Христу и братолюбия. Дорогие братья и сестры, и те, кто хорошо знает, что можно сейчас знать о епископе Макарии Апостском, и те, кто, может быть, мало чего об этом знает, мы сейчас стоим на месте святом, потому что здесь покоится этот великий человек, великий святой Церкви Христовой, единственной в истории нашей Церкви за тысячелетний период, епископ-катехизатор. Изложение чрезвычайных событий ангела Филадельфийской Церкви, посланника Божия и тайнозрителя епископа Макария, обладателя именем Духа Параклита, собирателя людей и словом истины Христовой, возрождающего их к новой идеальной жизни в члены Святой Церкви Филадельфии. Я сейчас начал молиться и поймал себя на мысли. Передо мной возникает только одна его фотография. Много прекрасных есть фотографий владыки Макария, но одна почему-то мне врезалась в память больше всего, где его почти не видно. Он на террасе дома, где он прятался среди своих учеников. Он не мог выйти на улицу днем. Его лицо просвечивает через стекло. А вот верные чады его, в том числе дети, стоят перед этой дачей. И среди них Екатерина Ивановна Пикина, дочь верного ученика владыки Макария, который стал жертвой. Он был расстрелян. Нам необыкновенно повезло, мы застали ее в живых. Мне было 6 лет, когда мама умерла. Сестренке маленькой, самой младшей, 3 года. Вот. И вот, однако, мы так прожили, что как и сиротство не почувствовали. Вот. Это благодаря братству. Это такая жизнь, что надо прикоснуться к ней, чтобы, так сказать, прочувствовать. Пришла полнота времен. И явил Христос на землю славу свою, молитву о святом единстве, которую обещал явить при славном своем вознесении. И, как сказал сам Христос, эта божественная любовь перед вторым пришествием своим должна снова прийти на землю и проявить себя в таких лицах, которые способны стать храмом ее. И вот мы видим и переживаем исполнение сказанного Христом. Николай Михайлович Апоцкий, будущий епископ Макарий, родился 16 ноября 1872 года в посаде Сальцы Порховского уезда Псковской губернии. Его семья не принадлежала к духовному сословию, отец его был чиновником Министерства внутренних дел. Николай сначала закончил сельскую школу, затем Белозерское духовное училище и затем поступил в Новгородскую духовную семинарию. А я его не видела с
сердитым. У него, наверное, этого чувства не было. Потому что, когда он еще был священником, это мне Зоя Горшкова говорила, одна и спрашивает: папа, а кто это святые-то люди? Ты отца-то Николая помнишь? Помню. Так вот он святой и есть. В 1897 году отец Николай был рукоположен во пресвитеры и назначен заведующим и законоучителем Велебитской школы. Здесь он прослужил до 1902 года. А в 1902 году его постигло серьезное испытание. Скоропостижно умерла его жена. Отец Николай воспринял это как призыв к новой жизни, жизни, полностью посвященной служению Богу. Он поступает в Московскую духовную академию. Дедушка говорил: первый мой учитель Христос, потом идут его ученики, а дальше все святые, учителя церкви и все это. Он ведь никого не то, что я сам знаю. Он хоть и Анна Златоуста, хоть кого, он старался вникнуть в каждое слово тоже. Они все, Божьи люди, очень отличаются. Всегда опаснее, что мы, по-видимому, и не стремимся приобретать дары Святого Духа, необходимые нам для выполнения возложенного на нас пастырского служения. Мы придумали особую теорию самооправдания, будто бы чрезвычайные дары Святого Духа нужны были только для апостолов Христовых, когда Церковь еще только зарождалась. А теперь, где Церковь уже утвердилась в вере и любви, потому христианскую религию обожения человеческой личности мы в своем сознании низвели на степени религии высокой нравственности и законности. Не потому ли и сами мы, вместо того, чтобы быть новую тварью, храмами Святого Духа, обратились в церковных чиновников, служителей новозаветного обряда и буквы? В 1902 году отец Николай Апоцкий поступил в Московскую духовную академию. В эти годы в его жизни происходит важное событие. Он знакомится с Николаем Николаевичем Неплюевым и его крестовоздвиженским братством. Побывав в этом братстве, он навсегда разделил и полюбил идею братской жизни. Отец Николай Апоцкий знакомится с основателем крестовоздвиженского трудового братства Николаем Неплюевым в последние годы его жизни. Неплюев проповедует открывшуюся ему в опыте братства цельность жизни по вере, действующей любовью. Любовь для Николая Неплюева не отвлеченная прекрасная идея и не эмоциональное переживание. Любит Бога тот, кто готов сделать братолюбие основой жизни, пребывая в реальном братстве умов и сердец. В этом заключались главная идея и опыт учителя отца Николая Апоцкого. Не мечтать о любви и братстве, а активно осуществлять их в жизни. Отец Николай всем сердцем воспринимает от Неплюева идею братской жизни. Реальное братство есть потребность и добродетель всех достойнейших печальников обширной нашей Родины, Матушки Руси. Для баловни же судьбы, самолюбов и сребролюбцев оно ненужная затея. Для вас, сыны мира, дети премудрости, я уверен, братство и дело братства – мировая ценность, святыня Божия, пред которой склоняется горделивый ум, воспламеняется огнем любви сердца, а Дух Божий неудержимо зовет и помогает осуществлению братства в общественной жизни. Ибо вы знаете вечные заветы – братство, взаимность, любите. С одной стороны, у Владыки Макария ощущается преемственность и родственность крестовоздвиженскому трудовому братству Николая Николаевича Неплюева. И это замечательно. Но, с другой стороны, вот характер самого Владыки Макария другой. Да и места, в которых
он создавал свое братство, или свои братства, лучше сказать, они немножко чуть-чуть другие. И самое главное, еще времена другие все-таки. В 1908 году отец Николай возвращается на свой родной Велебесский приход. Он был назначен настоятелем храма в честь святого апостола Иоанна Богослова. Здесь же рождается его первое трудовое Преображенское братство, первая семья, община которого была названа в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Свидетелем вот этого самого первого опыта братского строительства стал известный русский писатель Михаил Михайлович Пришвин. Он охотился в Велебицах и окрестностях как раз в те годы. Был ли он лично знаком с отцом Николаем, осталось неизвестным. Но он отразил свои размышления над тем, что происходило, в своих дневниках. И возвращался к этому не только в 10-х, но и в 20-х и в 30-х годах 20 века, размышляя над тем, почему же опыт оказался неудачным. Сам он считал, что отец Николай делает что-то невозможное. Он сравнивал его с Дон Кихотом, который борется с ветряными мельницами. Сопоставлял его с меценатом Шмякиным, который делает все для человека. Строит школы, больницы. А вот отец Николай, он пытается сделать невозможное. Созидать самого человека. Он собрал верующих мужиков, где 2-3 во имя мое, и повел. Стали богатеть, выстроили нефтяную мельницу. Дело духовное осталось у отца Николая, а материальная часть перешла к мельнику. Началась глухая борьба. Зависть. Однажды отец Николай уехал в Петербург на несколько дней. Пионеры христианства взяли топоры и пошли друг на друга. После того, как их оставил отец Николай, коммуна распалась. Причина в том, что отец Николай должен был овладеть материальной стороной и не выпускать из рук. Михаил Михайлович зорко подметил, что одной из причин было отсутствие единства между материальным и духовным. Сам отец Николай тоже это отмечал. Но самым главным он все-таки считал, что недостаточно просто собрать крестьян, даже ходящих в один приход, даже желающих жить и трудиться вместе. Без серьезного просвещения, научения в основах веры христианской жизни, это обречено на провал. Как в озере. Одни рыбы идут на рыбака и берутся на уду, а другие не видят уды и не идут на рыбака. Так точно и на мою проповедь о братстве в жизни, как условии скорейшего обновления жизни. Одни откликаются, сливаются со мною в одну семью до общения в имуществе. Другие же или вовсе меня не понимают по своей неразвитости, или, не желая исправить свою жизнь, не хотят понять меня. Таким образом, проповедь моя является мечом, рассекающим приход на два лагеря. Летом 1914 года в Велебице приезжал новгородский архиепископ Арсений Стадницкий. Он благословил всех членов братства, пожелав им успеха в подвиге совместной жизни. С перерывами Велебицкое братство просуществовало до 1918 года. После революции отец Николай был епархиальным миссионером в новгородской епархии, а в 1920 году патриарх Тихон благословил его готовиться к епископской хиротонии. Митрополит Арсений не успел ее совершить, так как был арестован в Москве. Впоследствии новгородское братство епископа Макария будет посылать сосланному митрополиту Арсению ежемесячную денежную помощь. 14 сентября 1922 года в Москве в храме Христа Спасителя архимандрит Макарий был поставлен во епископа Крестецкого. В связи с арестом митрополита Арсения Стадницкого и захватом церковной власти обновленцами, хиротония была совершена обновленческими архиереями старого поставления. Уже через два месяца епископ Макарий, поняв антицерковную суть обновленчества, решительно порвал с ним. После переписки с патриархом Тихоном он был принят в общение с патриаршей церковью в епископском сане.
Ваше святейшество, милостивый патриарх и отец наш, считаю священным своим долгом быть откровенным пред вами. Посему еще раз хочу исповедать пред вами свою заветную думу, послужить нашей Русской Православной Церкви и родному народу в звании епископа-катехизатора и организатора христианских кружков ревнителей церковной жизни по завету Христовой любви, даже до крови. Как убежденный сторонник христианского обновления в смысле возрождения и преображения отдельных личностей до высоты апостольского идеала и до превосходства братской общинной жизни первых христиан, я уже пережил опыт братского строительства в сельском приходе, употребив для него 9 годов своей пасторской службы. Я чувствую Божий призыв к такой работе, а потому имею решимость продолжать ее там, где и начал. Ваше святейшество, поверьте моей искренней любви ко Христу и Его Церкви. Поверьте моей ревности церковного возрождения и благословите мое желание быть свободным, без епархии, епископом-катехизатором в Новгородской епархии и, конечно, действующим в полном согласии с епархиальным архипастырем. Вопрос об обеспечении меня не беспокоит. Ни для епархии, ни для приходских церквей я не хочу быть лишним бременем. Вашего святейшества смиренный слуга во Господе и богомолец, епископ Макарий Апоцкий, 1924 год, 7 марта. Это прошение епископа Макария не было удовлетворено. Его назначили викарным епископом в Череповец, противостоять набирающему силу обновленческому расколу. Епископ Макарий прибыл в Череповец в апреле 24 года на Страстной Седмице. Его появление в городе не входило в планы ни властей, ни обновленцев, которые к этому времени захватили весь Череповецкий уезд. Единственный приход, который оставался верен патриаршей церкви, находился здесь, в селе Носовское. Как только владыка приехал в Череповец, за ним сразу был закреплен оперуполномоченный Андрианов, который следил за каждым его шагом, все это описывал в своих донесениях. В 26 году последний донос Андрианова, который тоже приобщен к следственному делу, он заканчивается так, что стало слишком явно видны следы деятельности владыки, что в районе, где он проповедует, срываются комсомольские собрания, женщины отказываются участвовать в общественной жизни, проваливаются выборы делегаток. Но, видимо, этого уже никак не могли снести. Вскоре после того, как владыка Макарий стал череповецким викарием, приходские общины стали возвращаться из обновленчества. В архивах сохранился документ «Прошение религиозной общины храма Рождества Христова о возвращении в патриаршую церковь». Приходской совет Рождественской религиозной общины Череповца препровождает копию протокола общего приходского собрания 11 мая 1924 года и сообщает, что ввиду выяснившегося общего настроения прихода, община выходит из подчинения обновленческого епархиального управления и епископа Иоанна Звездкина, а переходит в подчинение епископа Древней Православной Церкви Макария, как соответствующего религиозным запросам членов всего прихода. Он приехал в Череповец в 24 году, а травля против него началась почти 2 года спустя. А в ГПУ пришла женщина, которая стала жаловаться на владыку Макария, что он фактически увел из семьи ее мужа, потому что он все время пропадает около владыки. Некоторое время спустя выходит статья в газете «Коммунист», где под видом письма крестьянки фактически цитируется то, что записано в протоколе этого допроса. А потом на основании этой статьи она подшивается к следственному делу, по которому уже происходит осуждение владыки Макария и его ближайших помощников. В 1926 году владыка Макарий, а в 1927 году его помощник протодиакон Иоанн Покровский были арестованы и сосланы. Протодиакон Иоанн с женой Марией Федоровной поселились в Галиче Костромской области, где собрали православных, желавших жить на братских началах.
После возвращения ссылки в 1928 году епископ Макарий был почислен за штат, но по благословению митрополита Алексея Симанского стал служить в храмах Новгорода, где собрал круг священников, сочувствовавших делу братства – Михаила и Владимира Борисовых, Алексея Успенского, Михаила Твердынского. Судя по всему, у владыки Макария Потского был удивительный дар свидетельствовать о своей вере всем, кто рядом с ним. Причем свидетельствовать настолько притягательно, настолько вот как-то проникновенно, что люди не могли устоять. Они действительно были готовы пренебречь всеми опасностями и идти за Христом, вот пробуждаясь духовно буквально через слово владыки Макария. В какие годы папа ваш познакомился с владыкой Макарием? Или в 29-м, или в 30-м. Папа как узнал, что служить Богу надо, он очень легко со всем расстался. И не вспомнил никогда, что у меня там такой-то крепкий дом, да все. Единственное, что вспоминал, воду. У нас, что в Новгороде, это водопроводная. А там ключ был. А что ж не попьешь такой водички. Но папа очень любил тоже владыку Макария. Его невозможно было не любить. В Новгороде братчики проживали в двух домах. Один из них находился здесь, в начале улицы Советская, другой – неподалеку, на Средней Конюшенной улице. Рядом располагался храм Флоры и Лавра, настоятелем которого был отец Алексей Успенский. Это самая хорошая жизнь. Эта идея действительно купно-жительство. И ее только созидает Дух Святой. Вот. Потому что другой Дух, он разъединяет. А этот Дух, он соединяет Божий Дух людей. Вот помню, ты спрашивал, Кека, ну скажи, как вам Настенька-то будет? Да, Анастасия Алексеевна да. Прошина. Как вам Настенька-то по родне будет? Я говорю, да что ты? Она родня только по братству. Он не верил. Дорогая и родная наша Настенька, наконец-то я узнала о твоей судьбе, о твоем месте жительства и весьма порадовалась тому, что ты жива, здорова телом и бодра духом. Вспоминая твою искреннюю любовь, я от души пою песнь любви тебе на утешение. О, любовь святая! Как ты чудесно прекрасна, премудра, благодетельна, спасительна! О, как ты сильна нас, людей плотяных, оземленевших, гордых, самолюбивых, трусливых и слабовольных! Сильна преобразить людей духовных, небесных, покорных Богу, любви обильных, сильных, твердых в вере на жизненном пути! О, как блаженны те, кто находится под воздействием живительных лучей святой любви. В братстве 7 человек вели домашнее хозяйство, остальные работали в артелях и советских учреждениях. Все заработанное вносилось в общую кассу. Ежемесячно посылали деньги репрессированным за веру советской властью. Центральное место в братской жизни уделялось просвещению. Епископ Макарий при любой возможности проводил беседы со своими духовными детьми, изъяснял Писание, рассказывал об истории церкви, разбирал непонятные места в богослужении. На литургии владыка всегда проповедовал. Его самого люди очень любили и ценили. И действительно называли прям вот, если владыкой, то владыкой вот в самом теплом, хорошем смысле слова, как вот отец, действительно, как папочка для детей. Это очень примечательно, что это не перерождалось ни в какой груизм, ни в какие-то нездоровые отношения
когда одному дано все, а другим ничего. Не разъединяло ни образованность, ни деревенское, так сказать, невежество его, не подтягивались. Например, эти первые, кто пришел, вот Козлов, там Беляевы, эти. Так ведь вот, владыка, мы пьем-то. Ничего, оставите. Все оставили. Без всякого сожаления. Да, потом вот они же оба, Василий... Да, расстреляны. Это такое, как сказать, надо пережить, чтобы это все понять. Братскую жизнь надо понять. В 1933 году епископ Макарий снова был арестован. На одном из допросов он заявил: «От учения Христа отказаться не могу, а также и от создания трудовых братств». Вместе с ним были арестованы и сосланы многие члены братства. Владыка и еще несколько сестер были отправлены в Архангельскую область, в село Заостровье. Другие сестры были сосланы в Казахстан, в селение Хабда. Те, кто остались на свободе, приезжали к ссыльным, иногда оставаясь там на несколько месяцев. Переписка между членами братства никогда не прекращалась. Письма берегли, переписывали, читали друг другу за общей трапезой. «Возлюбленный мой брат во Христе Иван Кириллович, прими от любящего тебя папы, отчий поцелуй. Твоя главная дума – это Христос, Его святое дело чад Божиих рассеянных собрать воедино, да не спошлет Он нам Духа Параклита и да соделает нас благовестниками Его славного Царства и строителями святых Божьих церквей, как христианских, братских обителей. В них же царствует любовь Христова до смерти, до креста». В начале 1934 года владыка был освобожден и поселился в Галиче, в доме, где жило братство, собранное в конце 20-х годов Покровскими. Служить открыто было невозможно, но богослужение не прекращалось. К владыке приезжали его духовные чада из других городов. В разных городах в то время братский круг состоял примерно из 70 человек. Избранник Божий переживал домашнее заключение. И таким образом 4 года хранил его Господь среди своих собранных и скрывал от руки врага. Особенное чудо было сотворено Господом над своим избранником. Немного не коснулась его рука врага, когда он был под кроватью. И еще больше во всех нас умножилась вера в чудодейственную силу Божию, хранящую повсюду и везде своих избранников. Он, можно сказать, в их лапах был. Вот, только бы возьми, а Господь не дал взять его. Пришли, значит, арестовали эту тетю Катю Горшкову, да там еще тетю Полю. А дедушку взял и под кровать. Знаете, какие кроватки узенькие были? Совсем ведь узенькие. Они смотрели, несколько сантиметров не хватило, чтобы его рукой не коснуться. Когда пришли арестовывать, вы говорите, что были там, вам страшно было? Мы плакали. Тетя Маня не спала, еще в папиной шубе пришивала воротник. А это было около 11:30 они пришли, а ушли уже утром. В 1937 году более половины членов братства было схвачено. Аресты прошли одновременно в Галиче, Новгороде и Череповце. 6 братчиков были приговорены к расстрелу и казнены.
Расстрелян-то был с Иваном Кирилловичем Петр Алексеевич, а это его отец Алексей Иванович. Тоже, ну, может быть, на месяц там разница, вот тот расстрелян и этот. С ним был с одной, видно, деревни. Вот он потом как-то его выпустили, видно, он рассказывал. Старик, отрекись от Бога, мы тебя и отпустим. Говорит, всю жизнь Бог помогал, а я отрекусь от него, нет. И в изгнании мы остаемся верными Богу нашему, как нашему истинному Отцу, промышляющему о нашем вечном спасении, счастье. Сатана посрамлен, со стыдом отходит от нас, и мы чувствуем себя в общении и единстве с Богом, Духом Святым. И через это общение становимся еще более сильными в подвиге братолюбия, становимся дерзновенными в молитве, прося у Бога такой милости и благости, о какой ранее не смели и думать. По испытанию мы приобретаем дерзновение и надежду на Бога в сыновление. Милый друг, подумай, это ли не слава? Это ли не похвала святых? Это ли не вечная радость? Да ради этой славы хочется сказать: Господи, мы хотим за имя Твое еще больших страданий, хотим бороться с грехом до крови, ибо хорошо знаем и верим, что после личной Голгофы бывает великая радость – воскресение из мертвых. Любящая тебя душа. А ведь правда, что с каждым днем, хоть и апостол говорит, пришествие Господне приближается. Да, с каждым часом оно все ближе, ближе, ближе. Ведь придет же Христос снова на землю. Вот дедушка говорит, что Христос сказал, значит, человеку это достижимо, безо всякого сомнения. Вот. Только проси силы и разума. Спустя 2 месяца после начала войны, в августе 41 года, Новгород был оккупирован. Владыка Макарий и братчики ушли из города и нашли приют здесь, на окраине Витки, в здании местной школы, которая располагалась вот здесь, вот на этом поле. Местные жители вспоминают, что через Витку по дороге Великий Новгород-Ленинград шли тысячи беженцев. И запомнить кого-то было очень сложно. Именно здесь, 9 ноября 1941 года, закончился земной путь владыки Макария. Он скончался в здании местной школы в окружении братчиков. Позже в здание школы попал снаряд, и братчики перешли зимовать в небольшой домик, который пустовал в Витке. Ведь бомбили-то, потом и отбоя не было, тревоги-то. А когда с ним сидишь, дедушки, это не для нас. Как спокойно, как будто бы его и нет. Как же вы довезли-то вот в Адрес? На саночках. На саночках. Это же далеко было, сколько мы там... Потому что было уже зима наступила, покров сразу замерзло и все. Так что саночки легко ехали. Мне казалось, очень легко ехали. Это бывший храм Архангела Михаила на Прусской улице. В 30-х годах он был кафедральным собором города. А к началу войны оставался единственным действующим храмом. Именно здесь в ноябре 41 года отпевали владыку Макария. И здесь, у алтаря храма, он был похоронен. Владыка Макарий предвидел свою кончину. Несколько раз он посылал братчиков к священнику этого храма, чтобы тот прислал ему одежду. Священник не понимал, о каких одеждах идет речь. И только когда в ноябре 41 года братчики привезли владыку Макария на отпевание в этот храм, священник понял, что речь шла о погребальных одеждах. Владыка Макарий умер в 1941 году.
И с тех пор просто прошло много-много лет. Удивительно то, что люди сохранились, что они дух братский, как мы тому были сами свидетели, пронесли через все страдания, через нищету, через опасности. Екатерина Пикина перед своей смертью не переставала свидетельствовать об опыте братской жизни. Я бы сейчас все отдала, если бы была эта жизнь такая. Ничего бы мне не надо, все бы оставила. Только бы вот эта жизнь замечательная братская. Вот представьте свою семью. И эта семья, только эта семья более сплоченная, чем даже бывают такие вот простые семьи. Несмотря на невозможность жить вместе, сестры старались сохранять духовное единство, о котором постоянно просили Бога. Они так и называли друг друга – родня по братству, поддерживая тесное общение и попечение друг о друге вплоть до 2000-х годов. Последней в 2012 году отошла ко Господу Екатерина Ивановна Пикина. Цените братскую жизнь, стройте, она вам понравится. Только надо и себя отдать. Не то, что я буду вот пользоваться, а сама ничего, да? Нет, надо всем сердцем, так сказать. Господь и не сказал, что вы будете меня знать, так вам так легко будет жить. Еще и нам надо ожидать, может быть, испытаний. Сейчас затишье. Пройдет, может, какое-то время. Меня гнали, вас будут гнать. Но однако, он говорит, стойте в этом. Я победил мир, и вы будете побеждать. В заключение скажу. Я любил и люблю братство, приреченному апостолом, братство любите. Братство не фиктивное, только в мечте существующее. Братство реальное. О, как сильно я люблю вас, братья! Я глубоко уверен, что это моя любовь к вам вечна. Верю также, что и по исходе моем из этого бренного тела я буду продолжать любить вас и помогать вам жить в любви и в единстве по-братски. Братство является таинственным престолом на земле. Церковь являет себя наиболее адекватным образом в общинно-братской жизни. И поэтому Господь дает благодать там, где есть общение святых и общение Духа Святого. Это даже, можно сказать, определение церкви. И если братство верно своему призванию, то оно, конечно, является таким престолом. Здесь приносятся духовные жертвы, возвещающие совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет, как говорил апостол Петр. И братство, и общины, потому что их составляют люди, целиком посвятившие себя служению Богу и Церкви, Богу и ближним, лучше других исполняющие заповедь о любви к Богу и ближним. А Господь нам говорит, что это есть наибольшая заповедь во всем Откровении. Отец на земле исполнил свое дело, данное ему Господом. Дело собирания жатвы. А собранные им, по своей ревности возрастая в духе, как члены церкви Филадельфии, и по сильному своему желанию при содействии Духа и силы Христовой, могут представлять из себя истинное тело Христово, церковь Его, о которой родной наш горел сильным желанием создать эту церковь по примеру Христа и апостолов.